Всем привет! Посмотрите, какие у нас сегодня игровые наборы. Здесь есть и дорога, и машинки. Джип. Полицейская машина. И пожарная машина. Вот такая вот трасса у нас должна получиться. Распаковываем. Машинку достать не так просто. Отлично запечатано. Поэтому достаем все содержимое коробки. Смотрим, из чего состоит наш набор. Элементы дороги. Скала и камень. А вот и сам джип. Кроме еще один набор с полицейской машины. Добавим эти элементы дороги к прошлой, и получится у нас большая трасса. Вот так вот хорошо закреплены машинки. Давайте скорей строить дорогу. Через эту скалу будут проезжать наши машинки. А наверху будет лежать камень. Машинка проезжает, и камень начинает катиться. Посмотрим, успеет ли машинка уехать и задавит ли ее камень. Соединяем элементы дороги. Готова наша дорога. Посмотрите, дорогу можно изгибать в различных местах. И смотреть, как машинка пройдет ваше испытание. А мы первым запускаем джип. Нажимаем на кнопочку. И в путь. Джип отлично проходит трассу. Забирается на высоту и спускается. Теперь на дороге пожарная машина. Едет она быстрее, чем джип. Но это не удивительно, ведь пожарной машине нужно спешить на пожар. Она тоже отлично справляется со всеми испытаниями. Но из-за высокой мощности бывает вылетает с трассы.
Посмотрим, как себя проявит полицейская машина. Тоже очень резвая. От камня уехать не смогла. Но зато она смогла его потащить по дороге. Вот это сила! Вот такие вот игровые наборы мы сегодня распаковали.